Я смотрела телевизор и потом решила сесть на пол, батарея погреться. И хотела повернуться и сесть обратно, когда я уже согрелась, но я потеряла равновесие, и рука заскочила прямо в батарею. Я пыталась достать, но у меня не получалось. Я очень сильно испугалась. Прибежала, смотрю, она сидит возле батареи. Значит, рука по локоть в батарее, то есть вот эта вся часть и локоть в батарее. Первая реакция, конечно, шок, потому что непонятно, как это могло произойти и что ребенок мог сделать, чтобы рука туда вошла в батарею. Приехали быстро, потому что я позвонила, это было утро и выходной день, у меня даже была кровать еще не застелена. Я успела застелить только кровать буквально, накинуть покрывало, и они уже зашли в дом. Значит, когда руку мы все-таки, вернее, спасатели все-таки извлекли из батареи, было очень приятно наблюдать за реакцией ребенка. Она расплакалась от счастья, я даже сама слезу пустила в какой-то момент, бросилась на шею сотруднику МЧС, который ей помогал больше всего, там разговаривал с ней, и просто обняла его со всей силы и кричала со слезами на глазах: «Спасибо вам, спасибо большое!» Огромное вам спасибо! Ну, и я желаю всем детям, чтобы они никуда тоже не влезли. От души я хочу очень поблагодарить всех тех ребят, которые вовремя приехали, психологически настраивали ребенка на нужный лад, чтобы она не плакала, не терялась, не паниковала. То есть они пытались ее отвлечь, шутили, там вопросы разные задавали. Вот. И что все-таки им удалось справиться с поставленной задачей, и они нас выручили в этой ситуации.